Всем привет, друзья! С вами Амик, и мы продолжаем играть в Wildcraft. И сегодня я, как и обещал, пооткрываю сундучки. 500 сундучков сегодня откроем, посмотрим, наконец-таки, ли мне выпадет мистик или не выпадет. В общем, в любом случае, друзья, смотрите от начала до конца, будет интересно. И, конечно же, ставьте лайк! Потому что, друзья, скоро обновленится, и мы, конечно же, можем его уже заполучить буквально на днях. О, глаза выпали на льва, это хорошо. Грива красивая теперь будет зелеными глазами. У меня эликсира, кстати, по-моему, максимальное количество. Но надо бы его потратить. Ну да ладно, потом потрачу, ничего страшного в этом нет, что не полностью потрачено сейчас. Так, легендарочки, сколько дубликатов. О, друзья, первый хороший улов. Вайлдклабовское действие достаточно хорошее. Мне оно нравится, такая пасть открытая, да, у крокодила. Прикольно. Так, но это хороший знак, то что хоть что-то выпадывает, значит, нам может даже сегодня и повезет. Если повезет, то я даже не знаю, как и быть мне, потому что у меня, знаете, вот надежда всегда есть, но сегодня что-то как-то вот казалось, что сегодня ничего не выпадет, но в любом случае собираюсь открывать сундук, а вдруг, всегда, знаете, вот так ничего не хочется, ничего открывать не хочется, и тут бах, мистик выпадает. Вот еще, кстати, одни глазки выпали на этот раз на крокодила. Слушайте, сегодня и Wild Club на крокодила выпал, и теперь глаза. Отлично, отлично, хорошо, замечательно. Так, идем далее, посмотрим, может быть повезет, а может быть и нет, а может быть и да. Это, знаете, вот, ну, я не знаю, кому вот в последнее время выпадывали вообще мистики. Напишите в комментариях, какой вам мистик выпал, потому что я в последний раз, когда видел мистики, это было очень давно, прямо максимально давно, друзья мои. Но ничего. Кстати, я так примерно почитал, сколько я уже без мистиков примерно сундуков открываю. Ну, около 1000, даже может быть 1500 сундуков. Примерно такие подсчеты. И слушайте, что-то сегодня все на крокодила выпадывает. Одежда легендарная. Кстати, прикольная одежда, это из последнего обновления. Наконец-таки она мне выпала. Потому что до этого, по-моему, они мне вообще не выпадывали, эти новомодные одежды. Так, ладно, давайте еще посмотрим, может быть, мне повезет. Ну ладно, неплохо, уже в первом же открытии, да, в первой же сотне мы с вами все-таки хоть что-нибудь дооткрыли. Это уже радостно, это уже хорошо, но все-таки хочется чего-то поинтереснее хочется, но никак не может. Ну как же так-то, ничего не выпадает. Ну это странно, сколько мы уже открыли сундуков? Ой, так мы уже практически все открыли сундучки. Хорошо, но осталось-то совсем немножечко, осталось буквально там 15 сундучочков открыть и... Кстати, давно даже дубликатных мистиков не было, вот это, знаете, такой, бывает еще, вот знаете, о, действие еще, вайлдклабовское действие, лежачий такой лёва, прикольно, что выпало, это получается нам сегодня 5 предметов. Ну, вообще, аксессуаров, действий и тому подобное повыпадывало из первого сундука, друзья. Из первого сундука нам столько выпало, и это достаточно круто. Но, знаете что, давайте мы еще один сундук откроем, чтобы ровно была соточка. Соточка, хочу ровно соточку. Так, что это? А что никто не трогает? Так, давай быстрее налетай. Сейчас попробуем. Ну что же, нам как раз хватает аж на двоих. Хорошо, сейчас, кстати, ровненько на тигончика пойду, это хорошо, что мы тут все успели сделать. Ладно, все, отправляюсь снова на тигона зарабатывать золотишко и будем дальше открывать сундуки. Ну что, продолжаем открывать сундуки. А что делать? Надо же получать как-то мистик. Ну ладно, давайте попробуем во второй раз вторую сотню сундуков уже потратить с умом. Именно на мистики. Ну я, по крайней мере, настроюсь на это. Я понимаю то, что ничего возможно. Вообще не выпадет. Но мало ли. Заранее лучше говорить. Я вообще присяду, короче, на диванчик неудачников, чтобы было все хорошо. Давайте, короче, ускоримся. Бывает вот действительно ускоримся и бабах. О, домашний предмет. Только об этом заговорил и сразу же бабабум и все выпало. Так, но это получается 6-й предмет по счету, если я не ошибаюсь. По-моему, 6-й, да? Вот. О, а, нет. Домашний дубликат. Как обычно, их 2 из 5. Это немножечко не то. Ну да ладно, будем искать что-то интересненькое. Нет, слушайте, должно же рано или поздно выпасть. Ну, надо немного... У меня есть одна тактика, кстати, надо ныть, надо плакать, надо реветь.
Wildcraft мне ничего не дает. Тут сразу дали мне одежду. Одежду на лошадь. Мне вообще ничего Wildcraft уже 1000 лет. Ни одного мистика не дает. Вообще ужас какой-то. Ну как так можно жить-то? Вообще мистиков ни одного не дает. Ну как так вообще возможно-то? Ну как это вообще возможно? Ни одного мистика. Никогда. Нет, по ходу дела... нытье не получается. Ну да ладно, ладно, что поделаешь, ничего не поделаешь. Да, просто открываем далее и все. О, еще один домашний предметик. Неплохо, неплохо. Это, кстати, по-моему, из обновления выпало, да? Ну ладно, давайте еще попробуем парочку открыть. Ну и ничего. А сколько осталось? 17 сундучечей. Слушайте, так долго сейчас зарабатывать золото? Я где-то около часа зарабатываю, чтобы, чтобы открыть сундук. Час, представьте, просто час. Здрасте, мордасти. Да, и чтобы получить одни дубликаты. Ну это серьезно, это не серьезно. Это точно не серьезно. Это точно не серьезно. Ну все, одни дубликаты, больше ничего нету. Будем дальше искать. А что делать? Кстати, давайте в магазин еще зайдем. У меня тут, по-моему, есть сундук. А возможно и не один. Так, вот. И бадабум, все дубликаты. Не, мне как-то сегодня, что ли, вроде везет, но при этом и не везет. Как-то одновременно. Ладно, пойдем еще тогда охотиться. Ну что же, продолжаем открывать сундуки. Давайте попробуем, ну хотя бы что-нибудь получить. Ну, я думаю, что хотя бы в этот раз нам хоть немножечко повезет. В прошлом, кстати, открытии толком ничего не выпало. Но в любом случае, я рад, то, что в первом открытии очень много чего нам попалось. Это хорошо, потому что я ожидал совсем другого совсем ожидал. Ладно, пока дубликатики у нас вылезают, но это не проблема, потому что впереди я прямо чувствую прямо что-то хорошее. Заглядываю в будущее, а там. Ничего. Ладно, вот в прошлый раз мне помогло поныть немножко. Вот, Wildcraft мне ничего не дает. Не дает Wildcraft. Ну, вообще ничего не дает. Даже плакать охота. Нет, что-то ужасно. Не получается. У меня сейчас это сделать, и ничего не выпадает, действительно. Ну, ладно, ничего не поделаешь. Кстати, скоро, я думаю, что у нас появится еще один вайлдклабовский сундучок. Надо будет его тоже не забыть открывать, а то я постоянно забываю их открыть, и они куда-то потом пропадают. Возможно, они не пропадали, мне просто так кажется, но вот сегодня, да, открыли, и мне кажется, если... Не, просто я помню, я недельку один раз пропускал, и действительно мне одного сундука больше не хватало. Ладно, давайте еще пооткрываем один сундук, еще один, и еще... И сколько у нас там, кстати, осталось? Ничего себе, еще так много. Я-то думал уже усё, но нет. Так, ладно, это хорошо, что еще много осталось, потому что мне не очень нравится собирать сундуки. Золото заново копить, это, конечно, немножко уже начало бесить. Не, ну, в любом случае, надо сегодня хотя бы 500 сундуков точно открыть. Из 500 нам точно что-то выпадет. Прямо отличное, хорошее, что я хочу. Или нет? Ну чё, эта партия сундуков вообще, что ли, ужасная будет? Да, по ходу дела, да, одни дубликаты выпадают. Которые нам, ну, вообще на данную секунду не нужны. Ладно бы нам кого-то надо было серьезно так прокачать, у кого там мощи нету. Но, как вы знаете, у меня со всеми параметрами все хорошо. И почему-то ничего так и не выпадывает. Ну, ладно, ничего не поделаешь. Как говорится, Wildcraft, если дает тебе немножечко хороших предметов, то он дает, а если не дает, то не дает. В общем, давайте мы еще откроем сундучок. Да, уже 3 часа прошло, что сели, сколько там по времени дается. О, еще 1000 монеток. Да, 3 часа ровно дается на все про все. Вот, идем дальше, открывать, собирать и открывать. Сундуки, в которых мистики будут. А вообще они будут сегодня? Не, я думаю, что нет. Ну что же, продолжаем открывать. Это уже по счету, наверное, 4-я попытка открыть сундук на сегодня, в котором будет, наконец-таки, мистик. Но пока мы мистиков ни одного вообще не увидели, ни одного, даже дубликатного, понимаете? Ну это как вообще такое возможно? Я, наверное, самый невезучий игрок в Wildcraft. Мне вообще уже многие написали то, что им выпал уже тигр мистик.
вообще уже всем, наверное, выпал. Вот кому выпал, я даже, кому, вернее, не выпал, я даже, наверное, по пальцам смогу пересчитать, кому не выпал. Вот именно мне он вообще не выпадывает. Ну, не знаю, как мне быть дальше, но ладно. Будем играть, смотреть, пытаться найти что-то интересненькое, но пока вообще ничего не могу найти. К сожалению. Так, дубликат, это все дубликатные, да, домашние предметы, они все-таки бывают, кажется, что это не дубликатные, но потом видишь 4/5 или дробь, да, 5, и сразу понимаешь, что это дубликат. Ну и радость сразу же превращается в грусть. Ладно, ничего страшного. Ну что, это второй подряд 100 сундуков, в которых вообще ничего не выпадет? Ну это что за бред-то? Это я, наверное, самый невезучий человек на свете. И я не знаю. Ну, я, может быть, прибедняюсь, конечно. У меня уже большущая коллекция. Но все-таки хочется в свою большущую коллекцию получить два всего лишь предметы. Это мистик на тигра и мистик на тигра. И глаза легендарные на лесу выпадывают. Здорово, хорошо, я даже не остановился. Еле-еле заметил. Надеюсь, я так не пропущу мистик, потому что мне прям очень хочется его не пропустить. Если он когда-нибудь мне выпадет, я прям так, опа, оп, остановил так, знаете, нажал, остановил, оп. Ай, нет, все равно ничего нету. Мне, кстати, тут писали на днях то, что Амик, ты давай, знаешь, что сделать? Так-то, так-то. О, это что, домашний предмет легендарный? Прикольно выглядит вот он. Ну, мне он сам по себе, эта статуэточка, нравится. Это даже не статуэточка, это... Я не понимаю, что это, но это что-то ледяное и кристальное, да? В общем, мне писали по поводу всяких способов. Там, превратись в ребенка. Кстати, уже два. Это я снова отвлекаюсь. Два предмета новых выпало. Это хорошо. Это хорошо, значит, это уже сундук неплох. Этот сундук уже действительно неплох. И вот, по поводу методов. Мне уже писали там, говорят, да ты уже там прыгни где-нибудь там ребенком в прыжке, зайди в меню. Но вот эти всякие способы, которые не работают, к сожалению. Если бы они работали, у всех бы уже были бы мистики 100% вероятностью. Но, к сожалению, они... Также не работают, как и другие способы для выпадения мистиков. Не знаю, в чем проблема, но вот так вот. В общем, два предмета мы новых нашли. Это хорошо, но осталось еще немножечко. Осталось буквально чуть-чуть победить тигончиков, и мы открываем последнюю сотню. Вперед, друзья! Ну что, друзья, последняя, пятая партия отправляется вместе. И сейчас... Ну, вместе с прошлой я имел в виду. В общем, сейчас мы попробуем еще хотя бы одну открыть сундучело, в котором будет еще одни глаза. Чего? Это какие по счету вообще глаза у меня? Не, сегодня хорошо легендарочки выпадают. Я даже этому немножко даже рад. Окей, идем далее. Посмотрим, может быть, что-нибудь еще... прибудет к нам из сундучат. Ну-ка, давайте, не подводите меня, сундучата, а то действительно мне так ну, неприятно то, что давно мистики не выходят, а и тут еще и вы ничего не будете давать. Я буду очень сильно зол на вас. Очень сильно. Еще одни глаза! Просто за один сундук на волка дали сразу по два глазика. Отлично, слушай, это хорошо, это замечательно. Я за волка тогда попробую, ну, потом посмотрю вообще, как у меня сет будет выглядеть мистически, например, на нем. Ладно, идем далее, посмотрим, что будет дальше. О, еще одни глаза, подожди, это третьи глаза подряд в одном сундуке, что это такое? Мне Wildcraft решил все глазища отдать в игре, это очень странно. Ну да ладно, идем дальше, друзья, идем дальше, легендарочки, много легендарочек, и что это? Нет, ничего, это, ну ладно, давайте так, ну в принципе неплохо, да, то есть очень много глаз сегодня навыпадывало, ну довольно-таки много вещей, даже сегодня Wild Club выпадывал, ну то есть... вещи, это неплохо. Неплохо, конечно, если мистик сейчас выпадет, это будет просто божественно, но что-то мне кажется, что нет. Мистики просто не могут вывалиться просто так. Ну не может он выпасть просто так, это нереально. Ну прямо сейчас, давай. Да, я, знаете, когда обычно говорю, что ничего не получится, обычно все получается. Ну давай, покажи, на что ты способна, Wildcraft. Да, ладно. О, действие вайлдклабовское, неплохо. Еще одно действие по вайлдклабу, из вайлдклаба.
Wild Club'овское, да, и сундука Wild Club'овское действие. Из обычного сундука Wild Club выпадает. Что это вообще такое? Что это такое? Нет, одни дубликаты. Дубликатики. Ага. Так, ладно, хорошо. В принципе, не против. Уже улов, по правде, мне нравится. По правде, улов мне понравился. Хороший вообще получился улов. Я думаю, знаете что? Мы в следующий раз, когда будем открывать сундуки, мы сделаем какой-нибудь батл. Батл между животными, как вот раньше делал. Потому что, ну, так даже не очень интересно открывать просто так, да, сундуки. Давайте последний сундук откроем. Я думаю, что даже два может выпасти сундука. Да, отлично, нам хватит на два сундука. Раз, два, все. Мы больше ничего не получаем, и это замечательно. Хотя бы так. И у меня тут, да, я не за один день этот ролик записал. И это уже суббота. И тут бадабум, и ничего. Одни дубликаты Wild Club'а. Вообще ничего не выпадывает из этого сундука. Хотя, знаете, это даже удивительно. Потому что в обычных сундуках мне сегодня два выпало, а из таких сундуков вообще ничего не выпадало. Ну вот как-то так. За несколько дней я снял этот ролик, по правде говоря, и это было тяжело сейчас доставать из сундука, ну вернее копить эти сундуки. Золото очень много нужно копить, чтобы открыть сундуки. Так что, друзья, поставьте лайк, чтобы почаще были вообще открытия сундуков. Я не знаю, но это прикольная штука, но она сейчас стала настолько редка, потому что очень сложно добывать золото. Вот, но в любом случае, я добыл, у меня все есть, и теперь все отлично и хорошо. 182 уровень достиг, пока бегал тут сундуки, открывал, в принципе, неплохо. Прокачался хорошо. Ну что ж, друзья, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. С вами был Амик, я реально снимал этот ролик дня два. Такой, конечно, впервые. Ладно, все, всем удачки в прокачке. Пока-пока. Бум.